Они следят за порядком в Хабаровске. У них опасная и сложная работа. Отдохнуть толком некогда. Это все о полицейских. Но в настоящее время люди в погонах могут ненадолго расслабиться. Их пригласили на прием мэра в честь дня сотрудника органов внутренних дел. Высокие чины произносят торжественные слова и напоминают о священном долге. Не жалея себя, хранить покой горожан. Какие-то привилегии вот есть у сотрудников полиции? Привилегий действительно очень много. Это можно выходить на работу в выходные. И суббота, воскресенье. У нас есть такая хорошая поговорка, что хорошо в отпуске, хочу, хожу на работу, хочу, не хожу. Сейчас сотрудник органов внутренних дел – это показатель того, как это должно быть. То есть нет никаких каких-то вторых очередей, каких-то там поблажек там везде и всюду. В честь праздника поздравили 49 сотрудников ОВД. Остальные сейчас доблестно несут службу. Всего в Хабаровске 2500 полицейских. Чтобы им жилось комфортно, по мере возможности помогают представители городской администрации. Я, как мэр города, вижу своей главной задачей продолжить работу по созданию условий для структур полиции. Условия для семей полицейских структур, работающих в городе, чтобы они были обеспечены всем необходимым: детским садом, местом в школе, возможностью организации активного отдыха, занятий спортом в городе Хабаровске. Сотрудники администрации помогают людям в погонах и в работе, снабжают полицейские пункты современным оборудованием. Мы видим, как меняется обстановка. Создается безопасная, комфортная территория города Хабаровска. Очень много сделано для того, чтобы появились современные территории безопасного города, где в круглосуточном режиме работает видеонаблюдение, выведенное на пульты участковых пунктов полиции. За безопасность в городе Павел Игошин и Илья Кузнецов. Программа «Настоящее время».